Всем привет! Ну что же, сегодня у нас с вами на обзоре такой вот планшет от фирмы Xiaomi. Чё только Xiaomi у нас не упускает. Meetup 13,5 дюймов. Это у нас планшет для рисования. В данном случае у нас с вами зеленый цвет. Есть ли другой? Честно, не знаю. Подойдет для художников, детей, развития. И самое главное, что он стирается за одну секунду. Давайте посмотрим, как это выглядит. Размер у нас большой, экран матовый. Фирма Xiaomi бренд Mi. Сверху у нас имеется нефокусирующая кнопка блокировки. Если вдруг что-нибудь нарисуете, чтобы никто не стер, сверху заблокировали. Замечательно. Кнопка сброса. Естественно, стилус. Пальцем можете обрисоваться, ничего не получится. А вот ногтем легко. Или любым другим предметом. Вот вам такое вот солнышко и человечек от меня. А пока напомню, мы на канале ToBuyBlock, с вами Андрей. Не забудьте подписаться, чтобы прикупить себе такой подарок на Новый год или любой другой праздник. Ссылка у нас в описании. Стоимость, честно, не помню. Посмотрите по ссылке. Вот так вот можно рисовать сразу несколькими карандашами, в моем случае ногтями. Стирается легко, от руки ничего не остается. Так, что у нас еще интересного? Сверху есть возможность примагнитить данный стилус, что вполне удобно. Они типа хотят подделаться, наверное, под Apple или другие фирмы, которые такое делают. Вот. Когда видео снимаю, сверху у нас лампа, люстра. Отражение по видео есть, но когда сам делаешь в руке, особо не замечаешь. Рисовать можно как вертикально. Так взять планшет горизонтально. Считаю, что для развития ребенка идеально. Может порисовать, но, естественно, не мелкому, как нашему. Он, скорее всего, его прибьет, потому что он любит тыкать. Вот. А так, если вам нужно что-то быстро нарисовать, если вы художник, или наоборот начертить, считаю, что вполне идеальная штучка. По цене может быть, конечно, дороговато, есть наверняка в разы дешевле. Вот планшеты производственные Xiaomi, китайские, может, даже наши. Но могу сказать, что данный планшет достоин покупки. Особенно если вы хотите приобрести себе или в подарок. Да, скоро Новый год. Возможно, вы уже смотрите видео после Нового года. Поэтому ссылка актуальна, приобретайте. Так, данный планшет у нас с вами работает от батарейки. Батареечка находится вот здесь, справа сбоку. Обычная таблетка продается где угодно. Насколько ее хватит, не знаю, не читал описание. Но я думаю, достаточно хватит. А минус, конечно, то, что нельзя стилус никуда вставить. То есть, если бы это было не просто как сверху магнитное, а его прямо вставить, было бы удобнее. Всех с наступающими праздниками. Рекомендую покупки. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк и ваш комментарий, чем вы пользуетесь. А с вами был Андрей. Всем пока.